едем газ менять. В ночь. Красиво. Хочет откручиваться. Да на тебя! Газовым клапаном! И так напугал, с крыши упал. Господи! Была бы. Прости, ебать. Не поминайте лихо. Затянули. Закрутили. Окей. Чего туда между ними положить такого? Хорошую. Вот такая штука у нас. Раз. Набрать в нее побольше воздуха. Раз. Газом пахнет. Так, давай уже проезжай. Проезжай. Я так и редко очень в темноте выезжаю. Знаете, звонят или звонят, как они там. Уже два звонка было местных, крымский такой акцент, чувство местный. На революции. Нам один на революции. Я говорю, я указываю революции. Там написано революция. На карте точка стоит. Угу. Конкретно где. Вот. Ну что здесь? На революции хочу. На революции. Чувствую сразу. Соседи это ищут. Угу. Арендный дом какой-то. Один, второй. И на революции, дружище, нет у нас. Есть в СНТ дома. Так-то, конечно, в черте города, наверное, поинтереснее. В плане пешей доступности. Ну, конечно. Хотя, что отсюда едь, куда-то пили, все равно ехать. Что оттуда, разница такая. Если в центре, прям в центре, само собой, другая история. А так-то что, что вот отсюда, что оттуда пили, какая разница вообще, не вижу разницы. При том, что здесь ходят в эти как маршрутки. А здесь они не ходят, по-моему, или ходят? Ходят. Вон, видишь, остановки-то. А, видишь, хорошо. Ну, я не знаю, даже тут редко все это ходит. Как-то. Мне кажется, такси на 100 рублей доехать-то вообще. Маршрутка рублей 40, наверное, стоит, да? 30. 20. Для нас не прописанных, а так 15. А как они узнают, не прописанных? А теперь прикладывают карточку же эту. Какую? Какую-то карточку тут выдают местным. И вот к этому, как в Москве, прикладываешь. Типа транспортная карта, блядь, что ли? Ну да. Блядь,
сделать. Цифровали вас, короче, без прописок. Ага. Да тут так все близко вообще. Так, кто любит тишину, так наоборот хорошо, на волне тихо. Вот вам вечерний Черноморск. Не продадим, сами будем ездить. Детей надо вывозить. Сейчас мы же разобрались, секрет-то в чем. Надо пластмассовые смесители покупать просто. Да, вы представляете? Ничего не ржавее. Кость, ты вот когда поставил тот смеситель? 2 года назад. Поставил пластиковый в летний туалет смеситель. Ну, прям вот такой, я вам покажу. Очень простой. Да, совсем простой. И он нормально. А все эти проржавели, полопались, не пойми чего. Снаружи, снутри, отовсюду что-то там. Ну, снаружи, честно. Вот сейчас поставил еще один смеситель такой пластиковый. А еще продаются такие, горячие, холодные. Это все одна рука, ну, с одним, ну, для холодной воды. А там прям все душ, все пластиковое загнали, все пластмассовые. И прям выбор такой, видно, здесь это в спросе. То есть он стоит не очень дорого, там 1000 рублей стоит, 1500 рублей. Но прям целый выбор, видно, что пользуется спросом, потому что из-за влажности ржавеет сильно. Вот, сейчас тут будем заправлять баллоны. Я смотрю, этот шар переделали немножко. Шар что-то подремонтировали, убрали эту сетку, похабную была, что-то другое сделали. Короче, нет колхоза, я помню, машина наехала в этой газовой службе. Куча людей, какая-то очередь, что-то все суетятся. Какая-то вообще фигня. Мы с этими баллонами тоже там что-то толкались, там непонятно что. Главное, платишь деньги, а получается, как будто прям ты им обязан чем-то. Сейчас спокойно приехал, все тут без проблем. Дорожки идеальные. Там был такой дорожный полицейский по вопросу, где это на волне. Ну, там, видишь, на волна не населенный пункт. Поэтому. Поэтому там так и носится. С чувством исполненного долга. Возвращаемся. Сейчас я... Здесь-то сразу надо поставить. Завтра яичницу, значит, надо готовить. Тяжести таскает. Ну что, помочь некому. Пацаны еще не выросли. Ой, тяжело. Саша такой в детстве. Клапаны ключи заберу.
Саша такой сегодня в 9 вечера. Мама, пойдем полежим. Прям идеальный ребенок. То спать не уложить. Что значит целый день? Ты закрыл машину? Что значит целый день на воздухе? И все, в 9 спать. Резиновой прокладки нету, ёпперы, сатыка. А куда же она девалась? А хер его знает. Была. А? Телефон же у меня был какой-то с собой? Не знаю. Доброе утро, мои дорогие. Ну, у нас, понятно, еще бардак. Еще сарай не весь разгребли. Но работа кипит. Вчера спать только в 12 легли. За газом ездили, да пока тут то да сё. Вот, а сейчас уехали с Олежкой прививку вот эту от бешенства очередную делать. Не повезло парню, конечно, это еще на 90 дней, это еще уже в школу пойдет и все прививки делать. Шумят, косят траву везде. Машинка работает, просто не переставая, столько стирки накопилось. Привет! Уже вернулись. Ну как, укольчик? Нормально. Хорошо. Так, а я быстренько вам сейчас оббегу, покажу. Ну что? Он проснулся, уже позавтракал. Ох, какао привезли, Гришань. Так, розочки цветут. Тут тоже полно прям красоты. Но я говорю, вот этот куст, ну просто вот он каждый год радует таким количеством цветов. Это сколько я уже пообрывала, пообрезала. А их все больше и больше. Красавец, что говорить-то. Вот Танюша все составила вот по этой стене. Как вы скажете? Вот прям вот ваше мнение интересно мне. А этот, посмотрите, красавец какой. Тоже уже надо все обрывать. Вот один-единственный, вот этот куст еще не зацвел. Одни бутончики только. А это скромная красота. Так. Так, гранатик. Тоже Танюшка его вчера обчекрыжила тут. Ну, цветет. Вот так, девочки, цветет гранат, кто не видел. Ну, у него еще много бутонов. Он еще подцветет. Вон они, бутончики, бутончики. Красавец тоже. Так, что у нас на вишне, как дела? А? Нормально все. Там уже краснеют наверху. Вот не отпилили ветки сухие. Так, сейчас еще посмотрим. Грецкий орех как себя чувствует. А, тоже хорошо себя чувствует. Какие уже орешки. Погода замечательная. Дождались лета.
Красота. Вчера катались. Олег прям уехал надолго. Далеко ездил. А тут все травой заросло. Костя работать сел. У него сегодня работа в прямом эфире. Помидорчики цветут. У меня их мало. Да и они мне, собственно, мне их нельзя. Так, по привычке. И выросли два огурца всего. Ну и ладно, а мне больше и не надо, мне их тоже нельзя. А мои уедут, чего они мне? Девочки, может, кто мне напишет, почему у меня наперстянка вылезла и не растет уже очень давно? Что ей не хватает? А я нашла вот такую штуку для плавания. И заделала ее в цемент. Не знаю, что получится. Ну, это, как всегда, сплошной эксперимент. Посмотрим. Ну, получится какая-то вазочка, что ли. Вот такая. Утром, пока время было, я быстренько. Мои дорогие, открыли мы все-таки канал новый на Яндекс.Дзен. Но там видео будут только с тем, что я делаю. С украшением, с декором, с цементом. Вот, кому интересно, можете зайти на Яндекс.Дзен, найти меня, Любовь Финзовская. Ну и смотреть. Если хотите, подписывайтесь. Вот, хотим посмотреть, будет ли толк от нового канала. Он еще всего 2 дня. Но просмотры есть. Поглядим. И Саша выкладывает там по 4 видео в день. И старые. Вот, кстати, кто не может найти, может быть, там старые видео. А там будто старые и новые. Вот. Все такое, короче говоря. Вот, и еще мои золотые. Вы не забывайте, что 14-го розыгрыш в Инстаграме украшений. Вот, кто не подписан, подписывайтесь. И в Инстаграме, в комментариях нужно отметить друга или подругу там. Вот. Можно, конечно, и несколько отметить. Шансов будет больше. Но это нужно в каждом комментарии. Не в одном комментарии там 5 человек отметить, а несколько комментариев, чтобы было. Вот, я прям сама с нетерпением жду, когда будет розыгрыш. Мне интересно, кто что выиграет. Я занимаюсь тем, что режу старые вещи на тряпки. Положила Сашу спать. Сама продолжаю разбираться. У Кости конференция по видеосвязи до 4 часов дня. Так что мне ни видео не выложить, ничего, потому что интернет не тянет. Такое дело. Вообще еще не знаю, получается, нет ли. Наверное, не очень получается, потому что санкции в Крыму. Все отрубали, он весь изнервничался. У него ничего не получалось. Начал уже там запросы везде делать. Ну, вот так вот. Поработай-ка в Крыму, даже на удаленке. Нифига не получается. Крышу половину сделал. Остался самое вот опасное. Вот это вот сбоку, где... Нет крыши вот там и наверху. Ну что, еще я одну комнату разобрала. Ну, страшное тут. Мы же ничего тут не делали. Оно сарай и сарай.
И еще осталась вон там одна комната заваленная вся. Буду оттуда вытаскивать, все разбирать. Ну ладно, хоть мне ребята тут помогли, а то такой завал, я просто вообще. Ой, сколько мы на помойку вынесли, девчонки. Ой. А сегодня сколько курток. Еще Алинки, на которые куртки оставались. Мои какие-то тут куча висела. Ой. Завалы, короче говоря. Вот этих вот фунфыриков, я не знаю, наверное, штук 30, а может и 40, я повыметала по всяким там местам. Это еще от прежних хозяев. Тут жил у них мужик, который, ну, за домами вроде как смотрел. Вот, мне как-то рассказывал участковый, что тут творилось. Короче говоря. Вот. А вот это вот вешалок. На помойку отнесем. Куда их? У нас их столько. Сейчас мальчишки попрошу, они меня отнесут тут. Вот. Время 16:15. У Кости все конференция идет. Пришел, чайку попил и опять ушел. А мы сидим все без интернета, чтобы у него там нормально было. Я даже видео не выложила еще. Вон розочка-то как распустилась. Она какая хорошенькая. Вот это вот. Так что поздно сегодня видео выложу. Ну что делать? И у него всегда такой отпуск. Всегда. Все равно работа. Хоть на удаленке, но работа.